Всем привет, и в этом видео покажу вам, как установить очень интересный мод, который поможет вам продавать хот-доги в GTA 5. Согласитесь, что иногда хочется отдохнуть от жизни миллионеров в GTA 5 и заняться таким простым делом. Поэтому после установки этого мода вы сможете продавать хот-доги на самом популярном пляже Лос-Сантоса. Это пока что единственный мод для GTA 5, который работает на данный момент, потому что другие моды на продавание хот-догов временно не работают. Поэтому я этот мод уже протестировал для вас, и вы сможете его установить. Также после установки я покажу вам всю суть работы этого мода. Итак, для начала давайте установим этот мод. Нам нужно скачать его с сайта GTA 5 Mods. Ссылку на этот мод я оставлю в описании под этим видео. Также скачиваем Scriptook 5, а также Scriptook 5.net. И последний файл, который нам нужен, это NetUI Release. После загрузки всех файлов нужно открыть папку игры GTA 5. Далее откройте архив Scriptook 5 и откройте папку bin. Скопируйте файл 1.8.dll и Scriptook 5.dll в папку игры GTA 5. Дальше откройте архив Scriptook 5.net и тоже скопируйте все файлы в папку игры GTA 5. После этого создайте новую папку в папке игры GTA 5 и назовите ее Scripts. Но если у вас уже есть такая папка Scripts, тогда еще раз создавать не нужно. Откройте эту папку Scripts и после этого откройте архив Native Release. Скопируйте все файлы из архива в папку Scripts. Если у вас уже есть такой файл, нужно его заменить, потому что мы скачали новую версию. Ну и дальше откройте архив мода Sell Hot Dogs, то есть мода на продавание хот-догов, и просто скопируйте все файлы в папку Scripts. И нужно нажать пропустить, потому что есть совпадение файлом Native, а мы уже установили новую версию, поэтому просто пропускаем. Мод успешно установлен, и сейчас мы можем запустить игру GTA 5. Я покажу вам, как пользоваться этим модом. Ну и после запуска игры GTA 5 мод как бы запустится автоматически, то есть активируется. Вам нужно будет его просто запустить. И чтобы просто начать работу, нам нужно найти магазин 24/7. К сожалению, магазины не показываются на карте, но вы можете, я уже думаю, что спустя 10 лет сами их найти. Кстати, я уже один магазин знаю, и сейчас я вам его покажу. Этот магазин находится недалеко под знаком Вайнвуда. То есть вы проезжаете и там видите двери магазина. Давайте припаркуемся где-то здесь и потом зайдем в магазин, чтобы купить припасы для создания хот-дог. Если вы не купите припасы, вы не сможете продавать хот-доги. Поэтому нам нужно зайти в магазин. Мы можем воспользоваться банкоматом, либо просто подойти к полке и забрать все, что нам нужно, то есть купить. У продавца эти ингредиенты вы не сможете купить. То есть просто подходите к этой холодильной камере и покупайте все, что вам нужно. Это не такое дорогое, поэтому я думаю, что на это у вас денег хватит в игре. Итак, мы купили все, что нужно, и сейчас можем возвращаться к нашему автомобилю, либо к велосипеду, мотоциклу, что мы используем, и идти искать какое-то людное место, потому что в основном в людных местах хорошо хот-доги продаются. Но по сути вы можете также найти любое место, то есть место значения не имеет. Вы можете продавать хот-доги в любом месте. Но я все же решил отправиться на пляж, потому что там людей больше всего. Я решил остановиться возле пляжа и там, где находится недалеко от колеса обозрения. Это самый популярный пляж, и здесь очень много людей. Ну и давайте просто разместим здесь свою палатку для продавания хот-догов. И для того, чтобы начать продажу хот-догов, нужно нажать на клавишу H английскую. После этого появится палатка. Далее нажмите клавишу U английскую, чтобы посмотреть количество ингредиентов. Какие вы можете приготовить и какие у вас есть. То, что нельзя приготовить, оно у вас будет, то есть куплено с магазином, вы его можете перепродать автоматически. Но хот-доги и эти палочки такие, нам нужно их приготовить. И чтобы приготовить эти хот-доги, нужно нажать на клавишу K английскую. Нужно удерживать соответствующую клавишу на нампаде. То есть хот-доги, да, на нампаде клавиша 4, потом какой-то горячий соус или горячая сосиска, клавиша на нампаде 5, и 6 это какой-то горячий прецель или что это такое, я не знаю, какие-то бублики или что-то вроде этого. И каждый ингредиент вы можете приготовить, удерживая эту клавишу. После этого нажмите клавишу U английскую, чтобы посмотреть меню, то есть что у вас есть в наличии. И там вы увидите то количество хот-догов, которые вы приготовили. После этого вы можете прекратить приготовление хот-догов, нажав на клавишу K. А дальше к вам будут подходить такие обычные прохожие, NPC,
которые рядом ходят, и просто будут у вас заказывать, что им нужно. Вы увидите снизу надпись, что ему нужно, там хот-дог, либо какая-то вода. В основном покупают очень часто воду здесь на пляже. И чтобы продать ему это, нажимайте один раз клавишу H, ту же клавишу, на которой вы создавали эту палатку. И после этого вы получите некую сумму денег за товар, который вы продали. Но вы также можете запустить меню, посмотреть, что у вас есть, и тогда ему продать. И если у вас этого не будет, NPC немного подождет и потом пойдет в другое место что-то покупать другое. В принципе, как видите, всю суть мода я вам рассказал. Это довольно-таки интересный мод. И с первого раза кажется, что им тяжело управлять. Но я думаю, что вам этот туториал помог управлять этим модом. И вы научились продавать хот-доги в GTA 5, как минимум. Далее вы можете просто наслаждаться игрой, куда-то отходить, то есть палатка может себе стоять на месте, либо вы можете просто забрать палатку. И чтобы забрать эту палатку, нажмите клавишу E английскую, и палатка у вас заберется. Назначение клавиш вы можете также изменить в настройках мода в папке Scripts. Но если вы не используете что-то другое на горячей клавише, тогда назначение клавиши можно и не менять. Таким способом мы установили очень интересный мод, который поможет нам продавать хот-доги в GTA 5 в любом месте. Либо делать это в гетто, либо как я сейчас на пляже. А на этом у меня все. Если вам понравилось это видео, тогда ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр.